Заявки от жителей принимают руководители органов территориального общественного самоуправления, как в городских микрорайонах, так и в сельских округах. Среди критериев выбора лучших – содержание придомовой территории в надлежащем санитарном состоянии, оригинальное решение озеленения, оформление фасада домовладения, наличие малых архитектурных форм и многое другое. Награждение этих людей будет проходить в рамках проведения Дня города на Театральной площади в присутствии всего нашего муниципального образования, всех приглашенных, и будут вручены людям подарки и таблички, которые у нас уже в прошлом году вручались, первое, второе, третье место.